Всем привет! Мы продолжаем проходить Нир Репликант. Это 13-я часть. Я немного что-то задержался с записью очень сильно. В общем, я вчера не записывал, хотя планировал две записать. И в итоге у меня прям в придирку завтра надо выпускать вот этот ролик, который сегодня еще записываю. Я не могу в тот же день записывать. И обычно я записываю как бы заранее, поэтому, типа, ну, так какие вот у нас сложились обстоятельства. Ладно, погнали. Я предлагаю сейчас пробежаться к деревне этих ненормальных людей и купить диковинки всякие. А, его загрузить нельзя, да. Еще у меня очень мало воды, возможно, придется отойти ненадолго подлить. Не отлить, а подлить воды. Вот. Сегодня в планах записать две части, но я не знаю. Ну, типа, это будет 10:30, и эту закончу еще там час. Так, мы остановились здесь, и тут есть какая-то дыра в полу. Я хрен ее знает, а нужно мне туда прыгать? Я не уверен. Копье с двери. Внезапно. Ну-ка, чё оно как выглядит? Нифига, не зря ящик сломал. Копья. Описание. О, это такой в нейроавтомате был. Ладно. А могу что-нибудь улучшить? Повелитель зверей. Я им пользуюсь, да? Сложное устройство нужно для него. Это я могу улучшить. Точнее, починить, наверное, или нет. Или это улучшить, 389 становится. То есть он из... Что это за стрелочка? Типа сила атаки 329 плюс 20. Короче, хз. Оттуда я не пришел, да? Или что, я оттуда пришел или что? Да я пойти не могу. Здесь я сохранился. Никакой бомбы тут нету. Значит, не спрыгать, походу. Я же на портале, на этом лифте приехал. Да? Ну ладно. Так, ну, по-видимому, нам туда. Ну, сейчас это все отодвинется, скорее всего, начнется бой какой-то, нет? Серьезно, нет. Так, мышка, уйди, пожалуйста, не мозоль глаза. У меня уже намозолен один. Поверхность, наверное. Что я сказал? Мы попробуем попасть, сейчас бегать к этим... гномиком в пустыне. Воу. А я тут приезжал хоть раз? А, все, я сюда сбегал. Отлично. Теперь я оружие могу починить. Значит, все верно сделал. Там просто заблудиться можно вообще без проблем. Тебе попался отличный образец. Я сейчас же начну ремонт. И раз уж ты мне помог, в этот раз я не возьму с тебя денег. А чем я тебе помог, ну-ка скажи? Знаешь, это займет больше времени, чем я предполагал. Так что можешь не ждать здесь, я пришлю письмо, как закончу. Хорошо, спасибо. Что купить или продать можно? Допустим, купить. Серебряная разбитая линза. Ну, то, что мне нужно, я не могу купить. Хреново.
Аригатоу гозаимас. Не-не-не, ещё ты так просто не отделаешься. Кансэй штара. Аригатоу. Токоро де, онжитсу ва донна гойо деску ка? Перековать оружие. Ну, что это такое? Почему мне рисунок не видно? Это же неудобно. Но безымянный клинок я могу без проблем перековать, типа это ничего сложного нету. Мимолетность какой-то. Копье. Я не знаю, что это. Рисунок нужен. Я визуально не могу понять, что это такое. Ладно. Аригатоу-гоза. Мне нужно тяжелое оружие перековать, которое у меня используется. Поэтому не то. Что будем делать? Похоже, у нас появилось немного свободного времени. Давай займемся Кайны. Возможно, Попов могла бы что-нибудь узнать о Повелителе Теней. Давай вернемся в деревню. Я бы телефон еще поставил бы на зарядку. Сходил. Лаката. Ну, чуть попозже это сделаю, наверное. Я просто переписывался. И телефон не поставил на зарядку из-за этого, потому что думал, что я, может, отвечать буду сейчас. Но все пошло не так. Тихо, тихо, не толкай. Надо еще один шнур зарядки купить и здесь где-нибудь оставить. Неудобно. Серьезно? Хорошо. Удобные ящики очень. Здесь постоянно находятся целебные травы, которые мне нужны. Смотри, сколько набрал. Обалдеть. А где находятся эти гномики пустынные? Я не помню. Надо переместиться к ним. Отстань. Да твои дети нафиг. Да чтоб вас... Перемещусь к ним, короче, к гномикам, если там можно. Скучные противники, не буду с ними драться. Когда я уже познакомил этих вот... А, ну типа я познакомил. Кстати, Кайна, походу, внутри-то была, она жила. Ее потом выгнали, вообще замечательно. Что так делают? Сначала приутили, а потом выгнали. Она и так там одиночная была постоянно. Скучала. Я сегодня в пробке стоял еще, из-за этого типа и не приехал нормально. Попола, есть какие-то успехи с расшифровкой ключа от замка Повелителя Теней? Ага, я как раз собирался искать тебя. Да ты что? Каким образом ты пытался искать меня? Ты же помнишь Орлиное гнездо? Да. О, тот самый рассадник уныния и пессимизма. Не помню. Похоже, в последнее время они сильно изменились. Я как раз получил письмо от старейшины. А, помню, окей. Приветствую вас и вашу деревню. Надеюсь, вы все в добром здравии, все. Наша деревня слишком долго была в изоляции, поэтому мы решили изменить это.
В рамках этих изменений мы решили открыть у себя рынок. С нетерпением ждем множество клиентов со всего мира. Насчет жертвы, о которой вы спрашивали, кажется, один из наших жителей может поделиться информацией. Вы, конечно же, можете поговорить с ним, придя в Орлиное гнездо. Надеюсь, вскоре услышать от вас вести. Не. Жертва? Это же название одного из фрагментов ключа. Верно. Я связывал с каждым главой поселения. Невероятно, Попол, ты просто молодец! Да, в этот раз да. Так все получается слишком удобно, тебе не кажется? Да. Что вы хотите сказать? Хотя недавно жители Орлиного гнезда отказывались общаться с кем-то бы то ни было. А теперь не с такой охотой верится информация о ключе к замку Повелителя Теней. Да, он странновато. Это выглядит очень подозрительно. Ну, ловушка, может быть. Вы слишком накручиваете, к тому же, какая разница, даже если это действительно опасно. Не зевай! Какая разница, даже если это действительно опасно. Угу. Мы не сможем спать ее, если будем просто сидеть. Ну, правильно говорит, да. Если нас нападут тени, убьем их и делок. А если слишком опасный будет? Ладно, только будьте осторожнее. Ладно. Обязательно поговорить со старейшиной. Так, нам нужно отправиться к этим гномикам. Я не могу запомнить, пустынным людям вот этим. Пустынные люди будут гномики у нас. Они маленькие такие, мне кажется, я буду так запомню легко. Орлиное гнездо. Ладно, нужно найти старейшину. Но чего унылое место? Пошли, в общем, попытаемся сейчас телепортнуться. Тому месту. Сейчас сохранюсь только. Я просто думал, сохраняться или нет, потом решил сохраниться все-таки. И купим там диковинкие. У нас два задания по этому поводу. Там что-то с камнем, что-то еще, еще, еще. Блин, промазал. Блин, упал. Уверен, красный драгоценный камень можно купить в лавке в диковинный городской городный мастер. Ладно, куда хотите отправиться? Туда и хочу отправиться, не поверишь. Как поет. Как отсюда выбраться? Почему каждый наша встреча с этой шумной парочкой заканчивается долгой и бессмысленной болтовнёй? Да не, любим поболтать без умолку. Никто не напоминает. Рассказывают, гимнуваются в сто раз лучше каких-то семейных перепалок. Блин, он катает нас по миру. Что? Скорпионы? Хрена себе, нежданно. Воу. Готов. Тей-тей. Извини, я в тебя не целился. У меня скорпионы долбят еще.
Погоди, слышишь, нет скорпиона. Шарик! Ай! А что так больно-то? Теперь пора умереть. Да зачем ты отбиваешь его? Все, идеально, пошли. Мешают они мне. Скорпионов лутать. Раньше здесь скорпионов таких не было. Тут внезапно что-то появились. Пой. Хорошо поешь. Ты же не орешь, а просто поешь тихонько. Молодец. Бро. Где-то диковинки, вот тут диковинки. Здравствуйте, нам нужен красный драгоценный камень. У вас есть такой в продаже? Красный камень? Кажется, у меня есть кое-что подходящее. Вот возьми. Это же обычный красный камень. Бери, ничего не... Я слышал, что в деревне времена они были очень ценными, но сейчас никому не интересны. Поэтому я дам его вам бесплатно. Правда? Большое спасибо. Кому может понадобиться такой вот камень? У некоторых людей совсем нет вкуса. А у меня же еще какое-то задание было по этому поводу, нет? Вот он дурак. Даже не догадаться, что его обманули. Дайте мне с того дома мужчины с красной сумкой. Да серьезно? А можно как-нибудь запрыгнуть? Я не хочу так ловить это. А, можно, все нормально. Плыть не особо хотел. Давай сохранимся. 15 минут уже, между прочим. А с ней нельзя поговорить, да? Пойду телефон на зарядку поставлю, воды долью, наверное, да? Можно? Можно. Сейчас я прям... Там мне же никто не будет открывать. Быстро. Какой я молодец, да? Я постараюсь это вырезать, если не забуду. Ну да ладно, но я скорее всего забуду. Там я слышал, что-то они болтали. О чем-то. Взгляд, блин, оторвать тяжеловато бывает, конечно. Но я не при делах. Оно само как-то. Ну и куда? Я не запомнил нормальный проход этот. Вот это вот лесенка вниз. Ага. Здорово. Ой, похоже, мы достали красный камень. Я обязательно подарю его жене. И надеюсь, вы отправитесь со мной. Ой, так, куда там? Прибрежье? Наверное. Они ж там живут. Добро пожаловать в прибрежье. Я пойду соберу яблоко и цветов, а вы пока что идите к моему дому, ладно? Скоро увидимся.
Эх, не к добру это все. Вот это мой нос приключений. Давай вернемся в дом этой парочки. А я знаю, где они живут. Я же не знаю, где они живут. Так-то вот, да? Как узнать, где они живут? Не знаю. Вообще без понятия. Но это интересное довольно-таки задание, если честно. Вот это именно. Блин, я не знал, что там... О, я телепортнулся, нормально. Слушай, Вайс. Что такое? А можно я плавать с помощью магии? Нет. Сука. Жаль. Сука. Непрятно закрыто, чем мы дальше будем без улова. Где они, блин, живут-то? А, они здесь живут же. О, здравствуйте, я помню вас, вы как помогли мне. Было дело, да. А мы помним вас, эти ваши споры стали предметом мифов и легенд. Нет, не было такого, мы не разговаривали об этом. О, милый, с возвращением. Ой, сейчас будет весело. Дорогая, помнишь, ты собирался добавить твою вину за нашу годовщину? Прости, я правда пытался, но так и не смог вспомнить, что обещал. Поэтому попросить помощь этих господ, я принес столько всего, что может тебе понравиться. Яблок. Яблоко принес. Это вопрос? А я не брал красные цветы. Почему они у меня находятся? Вот так. Я рада, что ты действительно переживаешь об этом, но, к сожалению, ты не угадал. Могла бы сказать, был, не было таких проблем бы. Значит, мы зря старались. Милый, я всего лишь хотел, чтобы ты что-нибудь приготовил. Иди шарлотку сделай, типа там яблоки используются, она вроде несложно готовится. Когда мы только поженились, ты обещал, что однажды устроишь пир из самых вкусных блюд, которые приготовишь лично. Сука. Точно, в последнее время как раз занят на работе, что совсем нет времени на готовку. Знаешь, ты стараешься и усердно работать ради меня. Но, да, но наказание тебе не избежать, потому ужин сегодня тебе, понял? А я думал, другое наказание. Ребята, присоедините к нам. Ну давай, а вы точно не против? Конечно же, должны вам как-то отблагодарить вас за то, что всегда помогаете нам. Ну давай, я не против. Это из одиночки. На столе находится блюдо из яблок, красной розы и один алый камень. Кто так переносит слово? Освещаемые свечами супруги весело смеются. Эта сцена наполняет меня незнакомым чувством. Ты более счастливая семья за одним столом. Это кажется таким нормальным. Но... Не думал, что когда-нибудь смогу ощутить это вновь. Поэтому набиваю в рот всеми этими блюдами в надежде скрыть текущие по щекам слезы. Ну как, понравился стряпня моего мужа? Не называй так. Он старался как бы, как стряпня. Причем при чужих людях. Кто так делает? А. Да, все было очень было вкусно. Большое спасибо. Не думал, что скажу это, но я снова сполна насладился компанией и беседой.
君たちには本当に迷惑をかけてしまったね。スポーツのスポーツを показать как сильно вам благодарны。元気だわ。女夫だけど、これからも仲良くしてあげてね。もしもし、надеюсь вы дальше продолжите дружить。Хорошо。また一緒にご飯を食べるの。Обязательно заглянуть на ужин как-нибудь еще раз。Хорошо。そうそう。Верно, а то постоянно сидеть вдвоем как-то скучно. И ругайтесь, наверное, за это, да? О, ну прости, что я такая скучная. Понеслась. Да не то он имел в виду. А, я, свою вакеча. Что за предъява? Откуда ты это достаешь вообще постоянно? Эй, парень, ты же понимаешь, что сейчас будет? Пора уходить. И немедленно. Да, спасибо за ужин. Ура! Выполненное задание. Что он так на меня посмотрел? Так, слышь, ты можешь меня отвезти? Мужик. そもそも君が欲しいものをはっきり。Блин. А где вот здесь лодка вообще? Вон она, но там никого нету. Блин, я отсюда не уплыву, придется бежать. Ладно. А мне ничего покупать не надо, такие задания у меня там. Гримур Вайс. Какие-то воры где-то. Так я туда ходил! Я туда ходил! Ну ладно. Сразу два задания нельзя было выполнить. Почему-то. За музыку, конечно, вообще прям благодарство. Не, не хочу ехать на кабане. Ладно, был какой-нибудь лось, там, не знаю, что-нибудь прикольное. Воу. Чё ты, доспехи слишком крепкие? Это значит, что она также способна эволюционировать. Это значит, что мы просто нужно быть сильнее. Чё ты там нагоняешься? Воу. А что это удар был такой сильный? И ничего не дали ничего за него? Ну и ладно. Да что ты будешь делать-то? Ай. Что за говно? Атира. Он что, просто падает? Вот это мы его добили. Кайн вообще просто отличная команда со мной. Вы видали эту атаку двойную? Вот альбом какой-то. Для чего он? Ты что-то жило. За мной, ребятишки, побежали. Он тут случайно...
А, яйцо, смотри-ка, пропало задание. Е-е-е. Может, все-таки стоит что-то выполнять? Оно может само выполниться там как-то. А че все пришли? Ладно, побежали в орлиное гнездо. По сюжету мы одно задание выполнили, в принципе. Они с заданиями ходят. Куча людей. Какими только непонятно. Но вот с этими ребятами было интересное задание вроде как. Они там что-то ссорятся по пустякам. Не могу поверить, что в деревне появился рынок. Должно быть, они сильно изменились. Изменились? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Кайна, ты рад вернуться домой? Сато? Домой? Да эта деревня просто пиздец, какая дыра. Кайна, не переживай, мы защитим тебя. Защитишь меня? Ты бы лучше своей заднице переживал. Я переживаю лучше о твоей. Пошли давай, хватит на меня агриться. Помнишь свой дом? Что за музыка начала играть? А где она? Кайна где? Подозрительно. Очень подозрительно. До сих пор нету? Кто ж теперь будет говорить о моей заднице? Подозрительные ребятки здесь. Он что, просто взял, полетел через пропасть? А нет, за мной все-таки. Что это? Я больше ни во что не верю. Красавчик. Что? А, это я... Куда Кайна делась? Здравствуйте, мы из деревни Поколы. Да кончено. Видимо, связи нарастить не получилось, да? Что случилось? Я пришел узнать о письме, что вы отправили. Все, теперь нам конец. Ну, они все такие же люди радостные. Это да. Послушайте, это же вы написали письмо. Да с кем ты разговариваешь, они неадекватные какие-то. Их тут, походу, их прессуют эти тени. Не знаю, ничего не знаю, никаком письме. Что это значит? Наверное, быстрее будет просто поспрашивать у людей. Да, давай поговоришь с местными жителями. Нашел с кем разговаривать.
В деревне пришел конец. Веселые ребята. Хватит, мне страшно. Ты правда хочешь с ними разговаривать? Орлиное гнездо, блин. Ну, видимо, меня ждут, пока куда-то приду. Прошлой ночью на нас напали тени. О. Окей, какая-то информация. Все кончено. Для нас. И для тебя. Я больше ни во что не верю. Как ты долго залазишь по лестнице-то? Все кончено, мы все умрем! Я так напуган, что не могу никому доверять! Нытик. Я вас где-то уже видел. И что, мне со всеми домами надо поговорить? Оу, это что, прикол? Ой, мадам, а вы неплохо это одеты. Письмо? Извини, ничем не могу помочь. Ну ладно, иди дальше. Кто-то написал вам письмо? Не знаю ни о чем таком. Обязательно купи необходимое, прежде чем отправиться на охоту. Так, семя магии, целебные травы. Ну ладно, не буду ничего покупать у тебя. Ты что, продаешь оружие? Почему я могу посмотреть, что это за оружие, как оно выглядит, блин? Сколько у меня денег? 16 тысяч. Меч звери. Приговор что-то знакомое. Название. А продать что-то могу. Ну это мало будет стоить. Я помню, типа вот эта штука вся очень много денег приносит. Я просто не знаю, что мне может пригодиться, а что нет. Сломанная рука. Это, кстати, очень много денег тут. Очень про много. Вот это смотри. Давай, короче, оставлю штуку 20. Здесь половину продам тоже. Сплав памяти не буду. Огнутое кольцо. Ну, наверное, это можно продать. Техническое руководство чему-то. На непонятном языке, на видимо мусор. Толстый словарь, ну продам тоже. Вот альбом, наверное, можно продать. Закрашенная раскраска. Ну, 9 штук, ни хрена себе. Так, старый учебник. Ну, это, видимо, мусор. Грязная сумка. Кожаные перчатки. Блин, это надо это дать было бы. Простое устройство.
Настолько простое устройство, что сложно определить его назначение. О, хорошо сказано. Капец, а денег сейчас накрафчу. Металлическая бита. Разбитый горшок. Мышиный хвост. Ну это нужно, наверное. Все, продать. Как это сделать? Подтвердить. Я не то сделал, да? Сука. Ладно, сейчас сделаем еще раз. Сломанные часы. Одна штука. Вставшие часы. Простое устройство. Кожаные перчатки. Грязная сумка. Старый учебник. Блин, там уже тридцатка почти набегает. Закрашенная раскраска. Фотоальбом. Толстый словарь. Техническое руководство. Погнутое кольцо. Сплав с памятью-то не трогаю. Титановый сплав тоже не трогаю. Переключатель. Это все нужное уже. Кроме вот этого, еще 40 штук тут продаю. И чего-то еще 10 штук продавал. Вот этого, по-моему. Да. 45 тысяч. Что я могу купить на это? Ну давай попробуем вот это. Еще название Вера мне очень нравится. Возможно, что-то прикольное. Приговор. Да, посмотрим, что это такое. Спасибо. Тебе спасибо, на тебя заработал неплохо. Вау, топор такой дикий. Медная руда нужна. Напасть на жениха своей дочери. Ну не знаю, ну какой-то, я думал, что-то другое это. Фигня какая-то. Жалко денег даже. Так, вот, мне кажется, с ним надо поговорить. Письмо? Кажется, такое слышу. И что же вы слышали? Не уверен. Определись уже. Кстати, а вы случайно не друзья Каина? Так, это уже страшно. Друзья? Значит, это правда. Вы здесь охотитесь на теней. Ну да, охотимся. Верно, мы собираемся очистить эту деревню от теней и убить всех до единой. Вот как? Очистить, значит. Всех. Так, отходим. Девушка, отходите! Блин, он херачит знатно. Это мне кажется. Я ничего не вижу. Мы слишком долго не возвращались, и тыло что-то. Можешь мне тоже притяниться? Каин, житель деревни, они одержимы тенями. Не все, среди них есть невинные люди. Сестренка! Кто это орет? Все хорошо, мэм? Ходите, спи, хватит, оставьте нас в покое!
Да ты умри ты уже! Бесполезная фигня. Мы не тени, помогите нам, пожалуйста! Сейчас поможем. Это во все, вы во все виноваты. А в чем я, собственно, виноват-то? Зато люди теперь свободны сейчас будут. Всех поубиваем тут теней. О, стоит. Знаешь, на них нападаешь, что дети-то какие-то. Убегай! Алло, не нападай на него. Ни за что, я не брошу свою сестру. Кайна, что здесь происходит? Не дай тебя обмануть, это женщина тень. Нет, сестра! Это вы здесь настоящие монстры. Отойди от нее. Твоя сестра теперь одна из них. Плевать на моя сестра, и я люблю ее. Ты спала, что ли? Кайна! Ты задолбала в коме где-то валяться? Я не знаю, что это моя сестра! Что за безумие? Я не веду тебя так, словно это не мы злодеи! Кайна, осторожней! Убей их всех! Пожалуйста, остановитесь! Мы станем защитить от теней! Нам нужно уходить, Кайна! Поднимайся скорее! Стой, атака спокойно! Ай! Максадар какой-то там или что-то получено. О, топорик, кстати, неплохой, мне нравится. Полетели отсюда все, да? А что это за шар такой? Там какой-то кар появляется. Все кончено, деревне пришел конец. На людей напали. Так, надо в ту сторону бежать, я понял. Кайны, блядь! Черт, Кайны, приди в себя, поднимайте! Эмиль, посмотри за Кайна, я разберусь здесь. Хорошо. Не туда, по-моему. Или туда, или не туда. Не, туда. Помогите, пожалуйста. А ты еще живой, что ли? Убей. Те. Очень странные жители, конечно. Что это здесь странные черные воронки? Да, я тоже задался этим вопросом. Если бы только не вы. Ай. Да блин. Да не в него-то бей. Ну, ладно. Зачем вы пришли сюда? Ты забыл сюда хорошо. Как вовремя оружие ты купил, да? Ты
получить оружие, блядь! Да уйди ты от меня, ё-моё, дурачок! Ой, тень, мой муж стал тенью! Да ё-моё! Ой, я этого не ожидал. Он всегда открывал по одному разу, а тут вдруг внезапно два. Ну все, ему конец. Отлично. Следующий босс скоро, скорее всего, сейчас будет, потом скриншот надо готовить. Отлично, у нас шар есть. Какой-то, черная дыра. Капелька. Что это? Неужели это тварь тоже тень? Она засосала жителей деревни. Нет, не надо. Если продолжим, то всех убьем. Нельзя это допустить. Наша деревня, наш премьер. Где я? Кто я? Это... Я что-то ощущаю внутри этого существа. Не то. Неужели ты и есть сила всех теней, собравшихся вместе? Не бойся. Ебать! Вообще магия, исходящая из центра этого глаза. Он еще и знатно херачит так-то. Стой, кажется, не сомневайся, это тени. Это уже не люди. Да ё-моё! Да как это подойти-то? Куда пошел? Иди сюда. Готов? Что-то не особо. Кто это? Какая скорость. Я тоже офигел. Упол какой-то. Укол, упол, упок. Еще раз полностью заряжаем. Заряжаем магию. Ждем. Это какая-то стадия у них. Сколько бы ты не убивал этих мелких теней, ты никак не ослабит их лидера. Я понимаю.
Мы это и делаем. Просто то не дотянусь. Приходится так стрелять. Половина. А, так вот он как работает этот дребедень. Какие-то боссы слабые. Сейчас нанеси точный удар. Магии самый центр чудовища. Я так не могу. Я только что потратил все. Успел что ли? Не успел. Блин, зашибись. Бум-бум. Куда ты побежал-то? Свалить с арены решил? Не хватит вроде бы, поэтому надо много фигануть. Ну выстреливай. Случайно не туда попал вообще. Прицелься. Не знаю, сколько надо. Допустим, половину. И еще чуть-чуть. А, там еще попасть надо, правильно. Типа, когда вот эти волокна не перекрывают его. Да ёб твой... Где там глаз появился уже? Отлично. Давай сюда свою энергию. Следующая стадия пошла. Красиво. Так, это что такое? Осторожней, что-то приближается. Это да. Пусть тварь уязвимое место сзади. Попробуй открывать сверху. В смысле, как я это сделаю? Ты попробуй отвлечь ее. Эмиль! Эмиль! Как это сделать? Обойди сзади и убей ее. Поспеши. Ну давай. Это действительно отсюда что открывать его надо? Серьезно?
Кайна все еще валяется. Ты не сможешь сходить снизу. Подойди ближе. Ладно, понял. Вы еще не на месте? Нет еще. Он у меня очень долго карабкается. Такое ощущение, что он наоборот тебя испытывает. Целься в глаз. Не то! Нет, 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 тихо, тихо! Стою вроде нормально. Пошел. Ага. Как это надо дерьмо уворачиваться вообще? Не думай, что смогу держаться, а что? Придется, Эмиль, придется. У меня тут проблемы. Даже не представляешь, насколько мне тяжело здесь. Бедный Эмиль. Это очень долго с ним сражаться. Че на мостике таком маленьком? Сработало? Она убегает вниз. Фух, мне нужно немного перевести дыхание. Хорошо, Миль, только без глупостей. Так, мне, видимо, надо спуститься туда, на тот помост. Ау! Лестница, блин. А, нет, отсюда можно, видимо. Очень странная тень. Черт. Мы потратили на этот мост столько сил, а он еще... Жизненная энергия этой штуки превышает даже мои самые страшные опасения. Но нормально, мы еще не потратили вообще. Блядь, испугался. Лазар. Воу. Ай. 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 Надо ждать, пока глаз откроется. Так, честно, преграждается. О! У нас нет шансов потерять, пока не уничтожим это что-то там. Ну, помоги мне! Чё ты помолчишь? Не знаю. Бля. Надеюсь, попаду. Нет, не попаду. Зашибенно. А, я мне сделать мать только. Это хреново. Блин, уберите этих штук.
Теперь отойти надо. Как же это больно. Ебать! А чё так сложно-то становится? Эмиль, херачик! Прекрати это немедленно! А ты можешь сдохнуть, мужик? Помоги мне! А чем именно? Сейчас! Зарядись! Зарядись быстрей! Готово! Это что-то новенькое. Я так еще не атаковал. Прям японские атаки, это как в аниме. Прикольно. У них есть какая-то такая особенность, не знаю. О, кровавый дождь. Вот это босс, долго. О, какая-то катсцена. Ой. Эмиль, остановись! Так, у нас два шарика уже. Эмиль, он потерял контроль. Инстинкты взяли верх. Сейчас перед нами совершенное оружие. О! Хороший вид. Я вообще про картинку с той стороны. Ой, я не успел кадр сделать, там было красиво. Ну, блин, минус деревня. Все норм? Эмиль светится. Констатируем факт. Это внезапно какой-то типа пререндер оказался. Тут не было пререндера до этого, по-моему, особо. Хотя нет пререндера, тут какая-то картинка, видео родилось сейчас. Обычно его не было. Чё ты ноешь? Чё здесь такого-то? Ты победить дал, позволил нам. Без тебя бы не факт, что мы победили бы. Ну что я наделал? Я убил невинных жителей. Убил их всех. А, ну то, что ты разрушил деревню, то да, это... Это да, ты виноват. Но ты спас нас. О, своих друзей спас, видишь? Если бы не ты, мы бы все погибли. Спасибо. Но я... Все хорошо. Не стоит оглядываться назад. Да вы разнесли деревню просто в пух и прах. Хорошо, ты успел оружие купить. Да, не то, которое хотел, но... Я не виноват в этом. О! Ключ жертва. Типа деревня жертва, да?
Слушай, нам лучше уходить отсюда. А ну да, то придут всякие, тут и будут говорить, типа, это виновато, да. Нельзя оказываться на месте преступления. Да. Сейчас так посмотрю, что здесь. Эба. Здесь теперь вообще ничего. Здесь как будто метеорит упал. Емель, ну ты даешь. Настоящее оружие в натуре. А где Кайна-то была все это время? Когда мы пришли в деревню. Она же... С нами ее не было, а потом пришла. А, вот это. Давай проверим, пришло ли письмо от оружейных братьев. От оружейных братьев, вот так. Кайна просто полетела в атаку. Смотри, смотри, что творит. О, металлическая бита. Она дорогая, кстати. Куда ты побежала? Стой ей. Стой. Все, крушит. Какая женщина. Окол какой-то. Целебные травы. Так, здесь кто-то еще есть. Или нет? Вот сюда он бегает где-то. Где он? Да, Кайны, не отталкивай их, когда я под удар их отправляю уже. Вот что ты делаешь? Ладно, молодец. Хорошая девочка. Пошли. А, кстати, точно. Я забыл кое-что сделать. Я 1000 просрал. Так, окей. Гримур Вайс. Не задание. Слова. Нет, тоже не слова. А что тогда? Оружие. А, слова, да, оружие. Все верно. Чем я пользуюсь? Приговор. Использует лучшие слова. Сейчас должна быть очень мощная пушка такая у нас. Здрасте, мистер. Зря вы тут расстрелялись, что-то. Опа. Ну сдохни. Лакза какая-то что-то. Ну это крушим все подряд. Ай. Да, теперь он гораздо мощнее становится. Пушка, а не топор. Он сносит, смотри, сколько урона. На. Старый учебник, это тотка, что ли? Сколько там это стоило? Так, стрелок. Смотри, сколько теней сейчас поубиваем, а ты там от людей переживал. Что-то у Кайны мало сил. Может, ее прокачивать надо как-то?
Ну смотри, как я их херачу, как она еле-еле. Куда ты побежал? Стой, гномик. Все, пошли. Никчемный противник он там. Час 15 уже. Печально, конечно, что не то оружие купил. Ну, типа оно некрасивое. Да, там что-то на лезвии нарисовано, что-то пытались сделать красивое, но мне не нравится. Что ты за мной увязался? Все, пошлите. Так, что-то нет, тут еще до сих пор. Идемте домой. А статистика какая, где она находится? Я забыл, кстати. Да блин, как-то где-то статистика была, я помню. Игра, по-моему, нет? Нет. Звук, экран, язык. Где-то статистика была, я помню. Фрагменты. Слова. Оружие. Предмет. Вот важное что-то, не знаю. Я все продал, все важное было. То, что важно, я продал. Уже 10 часов. Да, посмотрим, письмо есть или нет. Кажется, тебе пришло письмо. Уведомляю тебя, что работа над твоим оружием завершена. Ты можешь забрать его в любое удобное для тебя время. Также у меня есть для тебя личная просьба. Надеюсь, мы сможем обсудить ее при встрече. Просьба? Он много для нас сделал. Давай выслушаем его. Пошли на свалку. Пошли на свалку. А как раз сейчас что-нибудь собираем. Не, боссов, конечно, много и интересно с ними драться. Просто я на среднем не проигрываю вообще. Что странно. Это говорит о том, что игры становятся еще более казуальными с каждым годом. На среднем обычно все-таки проблемы возникают. Не сильные, но возникают. А здесь вообще словно... А ну! Кто там меня там бьет? Ой, я случайно нажал кнопку, меня джойстик спас. Блин, они отталкивают их своими ударами. Это нехорошо. Да что вас, сколько вас тут? Вы не бесите меня. Лол, просто попал по кому-то случайно, прицеливаясь. Сдохли, все нормально. Высоковато тут падать-то. Вы бесите. Хватит меня атаковать.
Кто-то бегает вокруг меня. Они иногда даже не могут, типа, подойти ко мне. У меня вот эти два союзника просто отхерачивают их и отталкивают. Возможно, мы сейчас ключ еще один найдем. Из-за этой просьбы как раз. Мне кажется, его просьба сейчас будет заключаться в том, что там какая-то машина есть мощная. Иди с ней разберись. И это хорошо. Другое дело, что у нас заканчивается время. Печалька. Опа, появилась передо мной прям. Так, что за просьба, мужик? Мужик, что за просьба? О, привет! Я как раз закончил с твоим оружием. Давай сюда. Отлично, спасибо. Железная воля. С таким оружием. Что? Я предугадываю иногда диалоги. У меня к вам просьба. Какая? Я хочу, чтобы вы отомстили за моего брата. У потолка? В смысле, на него же потолок упал. И почему у меня такое чувство, что это будет непросто? Это единственное, чего я хочу. Именно ради этого 4 года я создавал оружие. Плевать на деньги. Я хочу лишь изготовить оружие, способное уничтожить этих уродов. Эти уроды, ну этих, сказать. Каких уродов? Большого робота и тень, что прячется в руинах. Тени объединились с роботами? Ну а что им еще остается? Мы их ходим, убиваем направо и налево. Значит, у нас в волке есть тень? Да. Что будем делать? Убьем их. А проблема в том, что у меня времени особо нету. Типа, я не знаю, где сохранение там будет. Да что ты будешь делать? Еще можешь попробовать оружие прокачать. Типа, посмотри, что у нас тут. 26 тысяч ОЗ, это что такое? Это же не деньги. Мимолетность это могу чуть прокачать, я не знаю. 26 тысяч. О, нифига себе. Он уже второго уровня, я могу еще прокачать. Ну давай. Хрена себе, третьего уровня оружка. Давай ей попользуемся. Аригато гозаимасу. А почему копья? Хрена себе. Окей, понял. А то что за оружие это? Это было влево, да? Кусанаги. Кусанаги прикольный, кстати. Но это я не знаю. Он даже не особо не улучшается. Крайне тяжелое. Сила магии ухудшается.
Не знаю, мне кажется, эта фигня будет как зубочистка херачить. Ну, прокачались, надо сохраниться, а то время потрачу. Значит, сегодня я не буду записывать FNAF. Блин, печалька. Не успеваю. Из-за пробки все, я так бы успевал. Да, он быстро и такой. Это не как было тем, той пушкой своей. Огромный, тяжелый. Это рубит направо и налево очень быстро. Да, Тотара? Как там мстить? Ну, скорее всего, куда-то на нижний уровень надо. Я не знаю, куда. Он никуда, он мне не сказал, куда идти. Типа, бегать, пока не найдешь? Гениально. У меня 4 минуты, в принципе, можем попробовать поискать. А так мы оттуда начнем, если что, похоже, в следующей серии. А, ну здесь мы не попадем никуда. Да, даже с этой оружием быстро их рубит. Да почему ты не рубишь сразу? Очень быстро рубит и очень мощно урона проходит. Не знаю почему. Вроде оружие очень слабое. Никаких ориентиров нет, вот это проблема большая. Ой, блин. Ненавижу это место. Будем шарики рубить пытаться. Они же рубятся. Все равно урон проходит иногда. Ну, бей быстрей. Не то нажал. До сохранения бы дайте сейчас кто-нибудь. Офигенно. Да ё-моё! Зажали меня тут вообще конкретно.
Блин, ненавижу это место, просто ненавижу. Я ничего сделать не могу, я не успеваю встать. Охерительно. Ты охерел? Я тебя даже не вижу нафиг. Да иди ты нафиг. Что? Черт, это все дерьмо. Да ебать. Где Кайны? Дверь сломана, не открывается. Давайте поищем, попробуем. А, понятно. Сохранение. О, нифига себе. Я пришел туда, что ли? Хотя хрен его знает. На стилу огромное стало, походу. Да нет, ну куда ты стреляешь-то? Следующий. О, а че так много-то? Все, 32 минуты. Я не знаю, не успею, мне кажется, найти, куда идти. Глубина, наверное. Мы должны в глубину попасть же. А там сохранение, может, найду какое-нибудь. Не туда. Это хуже уже. Браво. Нифига тут я наберу сейчас всяких тучек. Эй, не исчезайте! Так, свалка в эту сторону, да? Ой, как их называют-то? Низины. Там где-то сохранение должно быть внизу. Где-то должно быть здесь сохранение. Глубины его. Лежать. В этом стороне тупик, да? Окей. Три-четыре минуты. Ладно, держимся пока. Никто не слышал, чтобы тень жила с машины. Раз такое возможно? Как видишь. Какая разница, просто убьем всех теней и машины. Но это как-то... по-расистски. Если честно.
А мне точно сюда? Ладно. Там больше некуда. Вот и сохранение. Похоже, мы нашли вход в логово нашего друга робота. Отлично, спускаемся. Погоди, стой! Ты с ума сошел? Мы же не знаем, что нас там, что нас там ждет. Обходить тоже времени нет. Прыгаем. Погоди, дай сохраниться. Так, все, отлично. Я успел добежать до сюда. Удивительно. Хорошо, давайте на этом закончим. Ой, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.